Яндекс News. Главная сегодняшняя наша цель была информировать наше общество о том, что могут появиться наркотические вещества, которые добавляются в напитки в ночных клубах, в связи с чем жертва потом теряет память, ее могут сексуально использовать. Речь идет не только о женщинах, но и о молодых людях. Такое может случиться. То, что сегодня тоже спрашивали. У нас нет информации о том, что это делают, скажем так, наши бармены или наши местные. И защититься от этого очень просто. Если вы заказали себе напиток, не выпускайте его просто из своего поля зрения. И будьте уверены, что никто чужой в него ничего не добавил. Два случая, вы говорили в регионе. У нас зарегистрировано, скорее всего, два случая, которые могли бы быть связаны с этим наркотическим веществом. Воздействие такое, что, скорее, выпив, скажем, один напиток, человек полностью теряет память, сознание, но он как бы не засыпает, а продолжает действовать, ну, двигается. И в связи с этим тоже, если кто-то почувствовал, что он мог стать жертвой такого наркотика, не бояться, а сообщать об этом в полицию, потому что мы... Если это такое начнется, мы бы хотели, чтобы у нас было больше информации. Не надо думать о том, что или переживать, что вот я перепил, или сам я виноват. Обращайтесь в полицию, чтобы у нас были, так сказать, пострадавшие сами обратились. Да. Могу сказать, что такие случаи есть тоже у нас в соседних странах. Поэтому, как бы начиная с вот летнему сезону, отпускам, люди начнут как бы больше отдыхать, ходить в ночные клубы, чтобы мы как бы сами тоже немножко думали о своей безопасности.